Всем доброго времени суток. Сегодня у меня распаковка бумаги «Навигатор», которая была куплена в интернет-магазине «Розетка». Упаковка состоит из 5 пачек бумаги, в каждой пачке по 500 штук. Итого должно быть 2500 листов в каждой коробке. Тут еще что-то предлагают выиграть Apple iPhone. Но это мы еще посмотрим. Коробочка с зелененьким рисунком, плотность 80 грамм на метр квадратный, нарисован глобус и защитная ленточка, которую нужно перерезать. Где-то здесь мы ее сейчас чекнем. Так, и можно открываем. Опа. Навигатор. Что они говорят? Улучшенное качество поверхности бумаги. Навигатор гарантирует отличные результаты при работе на любом офисном оборудовании. При использовании прежнего количества тонера изображение становится ярче, что позволяет экономнее расходовать чернила. За счет повышенной гладкости поверхности бумаги и ее минимальной абразивности ваше офисное оборудование прослужит дольше. Затраты на некоторые запасные части принтера могут быть сокращены до 50%. Ну ничего себе, золото, а не бумага, продается в нашей розетке. Так, бумага премиум класса, А+. Можно рассмотреть пачечку. Навигатор. Белизна 169% CIE, яркость 112% ICO, масса 80 грамм на метр квадратный, тип с эвкалипта. Вау! Пора открывать. Это эвкалиптовая бумага. Невероятно! Еще эвкалиптовой бумагой я не пользовалась. Ну, запаха эвкалипта нет. Что еще? Для цифровой печати. Сделана она в Португалии. Обалдеть. Вот такая эвкалиптовая бумага премиум класса. Плотность отличная, гладкость прекрасная. Действительно, принтер будет доволен. Она не тоненькая. Двухстороннюю печать можно на ней делать. Спасибо розетке за хорошую цену. Отличный товар, качество, доставку. Если видео полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.